Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы сегодня мы играем в финалочку на сервер Roleplay 4 сир, у них есть легенда Путбуль, не забывайте вводить по ней при регистрации и также не забывайте вводить мой промокод PitchMN, потом выбирайте 10 пункт промокод и пишите вот такой промокод KGAME, как только вы играете 7 часов, вы получите 50 тысяч, обязательно вводите мой промокод. Ну что ж, чуваки, сегодня снова серичка, и да, сегодня обратно не будет поездки на лед, потому что, ну, перенесем это на следующую серию. Да ты заебал. Да, я думаю, многие об этом уже снимали, поэтому не знаю, снимать об этом или нет. Пишите в комментариях. Короче, добавили новую работу. Это уборщик снега, как бы. Она находится в Бусае, вроде бы как. И сегодня мы посмотрим, что вообще из себя представляет эта работа и сколько там же платят. Потому что, ну, это довольно-таки интересно, я такого нигде не видел. И мне это будет интересно посмотреть, и думаю, вам также это будет интересно посмотреть. Сейчас мы направляемся в Бусаево. Когда уже доедем, я продолжу. Так, я уже подъехал и вижу признаки этой работы. Видите, вон там тачка стоит, это снегоуборочная машина, но они почему-то все разбросаны. Так, вон пикап, чтобы устроиться. Давайте устроимся на эту работу. Я так понял, что это недавно работа добавили, потому что, видите, все здесь хотят работать. Ну, давайте тогда устроимся на эту работу. Вот пикап. Транспорт 60 секунд нам дается. Так, здесь есть бензин или нету? И куда ты сел, Алёша? Так, тут можешь как-то машину свою закрыть или нет? Лок 2 там, например, либо еще что-то. Так, у вас нет арендованного транспорта. А как его арендовать? А, вот, все, у нас пикап заработал. Отлично, 3,6 литров. Ну, как довольно-таки мало литров. Ну, ладно, давайте попробуем поездить. Видите, у нас такие кучи снега, которые мы, типа, должны убирать. Это довольно-таки прикольно. Видите, сколько этих машин здесь? Ни одной не осталось, походу. А, не, вот еще чувак стоит. Так, мы так подъезжаем, и она пропадает. Мне уже нравится, пацаны. Не знаю, как вам, мне уже нравится. Так, довольно-таки неплохо еще она выглядит. Такая грязная машинка. Видите, ну, очень атмосферно. Тем более, я снег включил. Вообще, по кайфу. Пацаны, мне реально снег нравится на Радмире, и атмосфера здесь очень классная. Вот эти кучки надо убирать, я не знаю, от чего они образуются, ну, конечно же, наверное, из-за снега, но вроде бы, когда я не был устроен на эту работу, я их не видел, эти кучки. Возможно, не были, я просто не заметил их. Кстати, сейчас здесь много кто работает, ну, я думаю, вы это заметили, потому что все машины просто разобрали. И вот это, не знаю, эту машину снегоуборочную, она довольно-таки быстрая, 60 километров едет, и это довольно-таки радует. Если бы доехал километров 20, я думаю, было бы не так интересно здесь работать. Я не знаю, здесь есть ли круги, либо мы будем по одному и тому же маршруту ездить. Этого я пока что не знаю, пацаны. Но сейчас посмотрим, пару минут поезжу, и потом уже посмотрим, сколько мне заплатят. Еще хочу заметить, что вот этот транспорт не снегоход, ну не снегоход, а снегоуборочная машина. Она довольно-таки шустрая и маневренная, она, видите, как поворачивает. Очень резкое в управлении и очень поворотливая. Это мне реально по кайфу. Ну, как бы это, если что, стандартная модель, как криминалки, если вы не знали. Но, по-моему, она немного изменена. Но так я эту модельку видел. Не знаю, какой у нее ID, но я эту модельку знаю и видел. Это стандартная модель. Это не моделька из модпака, если что. Я думаю, первое время на этой работе будет хороший спрос. Ну, потому что работа новая и все здесь будут работать. Ну, первую недельку, думаю, точно, пацаны, все здесь будут работать, и все машины будут заняты людьми. Сейчас, кстати, лайн у нас 400. Довольно-таки неплохо. Это сегодня у нас пятница, 3 часа дня сейчас по украинскому времени, по МСК 4 примерно. Ну да, получается 4. Ебать, пацаны, я тут решил остановиться, когда поставил на паузу. У меня просто было 100 FPS. У меня первый раз было 100 FPS КРМП. Нихуя себе! Это довольно-таки круто. Кстати, вон как-то машина застряла. Я тут скриншотик хотел сделать. Уже почти заканчиваю, получается, второй круг. Ну, реально, работа такая, знаете, нетрудная. И тем более, если под музончик там ехать. Если еще с кем-то ездить. Или вообще колонной ездить. Так, вот сейчас вы увидите, сколько мне заплатят. Опа, 3000. Нормально. Это в общем 3000? Или это уже 3000 заплатили? Я вот этого не понял. Так, давайте я сейчас этот чекпоинт возьму. И сдадим уже работу. Посмотрим, сколько нам все-таки заплатили. Потому что я немножко не понял. Типа, это была общая сумма, которую я уже заработал. Или это прибавилось, типа, 3000? Вы действительно хотите завершить работу снегоуборщик, да? 5000 заплатили, пацаны, блин. За 5-10 минут такая сумма, я считаю, это довольно-таки неплохо. Мне работа, честно, понравилась. Не знаю, пишите, как вам в комментариях, либо сами приедьте, попробуйте поработать. Ну, а на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой промокод, он будет в описании. И заходите на Радмир, играйте вместе со мной. А именно на 4-ю серию. Всем пока-пока.